Вечер, Гомель, на Беларусь 4 прямой эфир, и наш телефон в студии 34-22-43. Это значит, что каждый из вас может позвонить и стать участником нашей сегодняшней программы. Если вы заметили, то сегодня даже я говорю намного медленнее, чем обычно. Дело в том, что сегодня мы решили, ну, хотя бы час прямого эфира жить не спеша. И помогут нам в этом гости в студии. Это этнический коллектив «Аватар». Дорогие друзья, сегодня на добром вечере у нас Лиза Ковалевская, Кирилл Ковалев и Алексей Смык. Ребята, добрый вечер. Я также, дорогие друзья, хочу представить гостей студии. Это психолог Людмила Тутынина и топ-менеджер Оксана Шевченко. Аплодисменты. Добрый вечер. Ну, еще раз напоминаю, уважаемые зрители, как вы догадались, сегодня мы будем учиться жить не спеша и, конечно же, наслаждаться жизнью. Очень ждем ваших телефонных звонков и сообщений в Вайбере. Вы знаете, нам очень любопытно, куда вы обычно спешите и что позволяет вам жить не спеша. Ну, а пока поговорим об этом с нашими участниками. Ребят, у меня вот самый первый вопрос. Мне очень-очень интересно, кто из вас куда сегодня торопился, а главное, успел ли? Кирилл. Я вообще никуда не торопился. Отлично. Легко и свободно. Легко и свободно. Мне кажется, это такое нормальное состояние, да? Легко и свободно. Бывает, как у всех людей, разное. В основном легко и свободно. Но главное, что сегодня ты успел на наш эфир, мне кажется. Да, конечно. Это важно. Лиза, у тебя была сегодня какая-то спешка? А у меня всегда спешка. А, у тебя всегда спешка. Притык до миллиметра, но я все успела. Ты успела, молодец. Леш. У меня, собственно говоря, тоже постоянно такая суета, спешка. Вот. Но сегодня было что-то новенькое. Сегодня было... Первый раз открывал визу. А. Вот это было вообще что-то такое очень... То есть ты спешил, но ты успел это сделать? Да, сегодня успел, и вот успел прийти к вам. Замечательно. А мне вот интересно, у наших девушек есть вообще такая вот, скажем, привычка торопиться? Оксана, тебе свойственно это? Ты же все-таки бизнесмен. Абсолютно. Торопиться – это у нас в крови. И сегодня, вот на вопрос отвечая на ваш, я сегодня так спешила успеть на вашу программу, рассказать, как надо не торопиться, что я все время от этой мысли улыбалась. Думаю, очень интересно. Очень интересно прийти, да, получилось... на передачу, поговорить о том, как надо не торопиться, но при этом целый день торопиться. Но мне кажется, что звуки вот эти, которые сейчас раздавались, необычные, да, согласно нашей студии, они подействовали вот и на тебя, Оксана, тоже. Усыпляющие. Усыпляющие? Да, я бы сказала, успокаивающие, скорее расслабляющие, да. Люд, ну, конечно же, хочу спросить у тебя, расскажи нам какую-нибудь историю. Когда в твоей жизни была какая-то ситуация, когда вот спешка вот лично тебя привела к какой-нибудь, ну, не катастрофе, но, может быть, ну, к чему-то... Такому... Наташа, знаешь, я однажды собиралась, ну, скажем так, переехать из пункта А в пункт Б. Ну, скажем так, да. Да, и мой путь пролегал через Москву. Я должна была попасть сначала в Москву, а потом дальше ехать. В пункт Б, так. И я опоздала на московский поезд. То есть я спешила, суетилась целый день, и я опоздала. Вообще, это было первый раз за всю историю моей жизни, чтобы я куда-то опоздала. Я пришла на вокзал... И поезд уже час как был в пути, ага. Да, и я сама для себя, сама себе задавала вопросы. Сначала говорила, за что, потом я говорила, для чего, почему. Потом я поняла, наверняка это какое-то благо, есть какой-то сюрприз для меня. И я поехала, конечно же, следующим поездом. Но в тот день я поняла, что в любом действии есть какой-то, ну, скажем так, какая-то сверхзадача всего этого.
И я очень легко отпустила эту ситуацию. Но мне это было. У тебя это было? Вот у тебя аплодисменты за такую откровенность. Спасибо тебе большое. Ребята, вот мне интересно, кто из вас в последний... Вот когда в последний раз гулял по городу, в парке, скажем так, завтракал без телефонной трубки? Лёш, тебе это известно? Это нет. Я вот знаю, что Лёша, я еле-еле вообще смогла словить, что называется, перед передачей. То есть такого нет. Кирилл, мне почему-то кажется, что ты гуляешь часто по городу. Ну да, мы дети Пушкина, мы любим праздность. Я поняла. Отлично. Оксан, скажи, пожалуйста, вот бизнес, да? Ты же все-таки бизнесмен. Это вообще отдельная такая история. Здесь, конечно же, вот остановка, да, считается просто чревата какими-то последствиями. Даже вот Билл Гейтс, который один из создателей компании Microsoft, говорит о том, что в современном обществе главной тенденцией является ускорение всех процессов. Вот, Оксан, хочу спросить. Ты ощущаешь вот каждый день на себе вот эту тяжелую ношу? Я бизнесмен. Нет, это не так. Так, а как? Это не тяжелая ноша, это действие в моей жизни, которое приносит мне удовольствие. Ведь и спешка, и вечная торопливость, и режим-график, в котором мы себя помещаем, это наше желание, это наш выбор. Потому что, например, когда происходит вдруг ситуация, когда ты вынужден где-то остановиться, потому что, например, нету возможности выехать из какого-то места, либо нету возможности коммуникации, то ты приходишь в какой-то жуткий ужас. А что же делать? А как же дальше? А что дальше будет происходить? Ведь это наш выбор. И бывает просто, что когда все наслаивается, и сознание, психика начинает не выдерживать этого темпа, тогда именно в этот момент важно вовремя почувствовать, что надо остановиться. А вот здесь вот самый важный вопрос. Как же не спеша все успеть современному бизнесмену? Что посоветуешь сегодня? Ну, здесь важно понимать, что все успеть невозможно. Вот это то, что я к 40 годам поняла. Ты поняла это только к 40 годам? Наконец-то поняла, да. Ничего себе! Я стала отпускать многие ситуации, многие пункты, так, которые я себе планирую, они не выполняются, ну и ладно. То есть вот этот вот юношеский максимализм все сделать, все успеть, он немножко поутих. Важно очень делегировать, потому что не важно делать все самому. Важно просто найти человека, который сделает это в коллективе за тебя, в семье за тебя, коллегу, друга попросить, родственников. Делегировать тому человеку, кто сделает это быстрее, качественнее, профессиональнее. Вот это то, что нужно четко понимать человеку, который хочет. Спасибо большое, Оксана. Я вот хочу Людмила спросить. Люд, вообще можно назвать спешку вредной привычкой? Ну, смотря куда ты спешишь. Если, например, на улице гроза, а ты спешишь куда-то в укрытие. Нет, мы возьмем спешку в понятии, да? Когда мы уже забегали, что называется. А если это уже стиль жизни, то это, да, конечно же, вредно. Спешка, отсутствие равновесия, стресс, это, ну, скажем так... К чему так... это приводит и какие последствия, в принципе, могут происходить вот с человеком, который загнал себя вот... Наташ, это приводит к болезни самого человека и к болезни общества. Болезни общества, конечно. Вот если мы сейчас посмотрим вообще на весь мир, да, чего мы добились? Вот вся наша маленькая планетка хронически больна, да. Мы все время куда-то летим, спешим. И к чему это приводит? Например, мало сейчас людей, которые испытывают на душе, там, допустим, там, благость, да, чувство удовлетворенности от жизни. А это тоже как побочное действие чего? Спешки. Спешки, отсутствие равновесия, отсутствие баланса. Баланса между материальным и духовным, так, да, между городом и деревней. Ну, да? Ты знаешь, вот именно, мне кажется, сейчас осталось выяснить, почему же мы спешим, какие причины у каждого из нас. Вот Лиза сказала, что она любит торопиться, да, скажем так. Приходится, да. А вот какие причины? Куда ты обычно опаздываешь? Что это может быть? Ой, хочется все успеть. Так. Я и мама, и работа, и вот и петь хочется, и репетировать хочется, и просто провести время с ребенком. Лиза, у тебя бывают такие ситуации, когда что-то все-таки страдает и... Или... Сон, как правило, страдает. Сон, как правило, страдает. А это уже, наверное, да, я так понимаю, одно из последствий спешки, Люд. Все верно, да? Когда страдает сон. Конечно. Практически. Практически нет. Вот желание быть перфекционистом во всем, да, и все делать очень хорошо, вот о чем говорила Оксана, да, но она к 40 годам уже пришла к выводу, что нет, не все нужно успевать, да, а здесь еще, ну, совсем юный возраст, да, принять это стиль. Ну, вы знаете, пока Лиза сама не дойдет до этого, мы, к сожалению, наверное, этого не объясним. Дорогие друзья, в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы учимся жить не спеша, и очень интересно, как
как у вас это получается, что вы для этого используете, делаете. 34-22-43, телефон прямого эфира. Звоните нам, пожалуйста, пишите в Вайбере. А самое главное, участвуйте в конкурсе. Сегодня у нас необычный приз, один из таких призов. Это советы психолога Людмилы Тутыниной в ее книге. Эта книга называется «Это просто наш способ взрослеть». Так вот, эта книга сегодня достанется тому, кто позвонит в студию по телефону 34-22-43 и все очень просто, назовет три какие-нибудь известные пословицы про торопливость, спешку и тому подобное. Поэтому звоните, пожалуйста, эта книга достанется вам. Ну, а мы продолжаем прямой эфир. У нас есть в Вайбере интересное сообщение от Катерины. «Если моешь чашку, то думай только о чашке», сказала Байрон Кейти, американский лектор. «Попробуйте», советует наш телезритель Катерина. Мне кажется, это достойно аплодисментов. Катерина, спасибо большое. Так, это очень интересный подход. А вот Пётр спрашивает, сложно ли научиться играть на вот этом инструменте? Который варган? Да, который варган. И нужно ли знать ноты или иметь музыкальное образование для этого? Лиза, и заодно расскажи вообще, давно ли ты играешь на варгане? Я на самом деле играю, сколько, 2 месяца всего. Мне этот инструмент очень близок. Всего не могу месяца? Объяснить, почему. Всего 2 месяца, да. То есть, ну, нот, музыкального образования у меня нет. Да. Родители музыканты, но не более того. Нот я не знаю, к сожалению, мама, я все выучу. Вот. Ну, как видите, ноты это не обязательно. Главное, наверное, желание. А почему? Вот мне что интересно, почему это все-таки очень древний музыкальный инструмент? Да. Почему вдруг ты вот увлеклась такой, скажем, такой музыкой? Это необъяснимо. Очень хочется. Ты слышишь и понимаешь, что почему люди играют, да, почему люди поют? Потому что не могут не петь, не могут не играть. Я не могу на нем не играть. Он лежит у меня на кухне, я прохожу мимо, а ты мой хороший. 3 звука я сдала, потому что быстрее, надо же быстрее. Больше не могу, чем 3, ну хотя бы 3. Охота пуще неволи. Очень хочется. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Анатольевна. Да, Наталья Анатольевна. Я замельчанка. Так. Наталья, вот сегодня тема про торопышку, я так шутя говорю. Ну, что-то типа такого, да, все да, верно. Чтобы не торопиться в жизни, надо все делать не спеша, я так считаю. Вас... Что, как, я глядя на животных, вот, глядя даже на черепаху, почему она даже больше 100 лет живет, как человек? Потому что она делает все медленно. Поэтому даже есть пословицы насчет торопышки, нельзя торопиться в жизни. Даже рыбку из пруда спалить надо терпение. Так. Вот скажите, пожалуйста, а как у вас получается не торопиться? Вроде бы все понимают, что надо делать все медленно. Вот как? Вот вы какие-то используете, может быть, я не знаю, песни, книги, сериалы. Что помогает вам жить не спеша? Сама жизнь не помогает, честно говоря. Она подсказывает, как говорится, своими случаями. Я так понимаю, у вас в доме есть животные, да? Да, есть. То есть вы, наверное, берете с них пример. Рядом со мной моя кошечка. Вот, наверное, с кошечки вы берете пример. Спасибо вам большое, эти аплодисменты для вас. Скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас конкурс идет. Нужно какие-то 3 пословицы как раз-таки про спешку назвать и выиграть очень интересную, занимательную книгу психолога Людмилы Тутыниной с советами, ну, которые я необходимы. Думаю, такие вот пословицы. Тише едешь, дальше будешь. Так, раз, тише едешь, дальше будешь. Известная пословица. Хочешь жить, умей вертеться. Ну, это немножко не... Это немножко не... Ну, отлично, хорошо. Хочешь жить, умей вертеться, принято. Без труда не вытянешь рыбку из пруда. Без труда не вытянешь рыбку из пруда. Так, а что вы еще знаете? Какие еще пословицы? Ну, вот, если хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Ну, вы знаете, сейчас... Людмила, спасибо вам огромное. Спешка в жизни нежелательна. Даже человек, если хочется что-то быстро сделать, он все равно не получит желаемого. Ну, вы знаете, спасибо, но тот темп, по которому вы только что говорили, я вот даже думаю, эта книга вам вполне пригодится. Людмила, как ты считаешь, мы можем телезрительницы признать победителем этого конкурса и вручить ей этот приз? Наташ, ну, я с трудом могу сказать, что этот человек, ну, как бы использует то, о чем она говорит, да, то есть медленнее, спокойнее, там, про черепаху, скорее всего, это плод ее размышлений, как свою жизнь замедлить. Поэтому эта книга ей как раз поможет разобраться вот в таких вот измышлениях. Почему но я нет? При этом, Людмила, спасибо, но я при этом остаюсь несколько вредной и хочу, чтобы кто-нибудь еще выиграл такую же книгу. Давай раскроем секрет, у нас их 2 сегодня, да? Ну, хорошо. Поэтому, да, дорогие друзья, 34-22-43, мы ждем 3 пословицы про, скажем так, торопливость, да, и
очень-очень будем рады, если вы позвоните вот в ближайшие минуты. Ну, а вот такая книга достается нашей телезрительнице. Люда, кстати, скажи, что это за книга в двух словах и кому она в принципе интересна? Наташ, ну, во-первых, здесь есть мои стихи, мои эссе, но самое главное, да, здесь есть, ну, скажем так, главные вопросы, которые мы задаем в жизни. Кто мы, куда мы, для чего мы, куда мы идем, что мы в этой жизни куда делаем. Куда бежим. То есть то, что замедляет нашу жизнь, когда мы задумываемся о самой жизни, о смысле жизни. Я тоже хочу ее почитать. Спасибо большое. И я хочу задать вопрос нашим гостям в студии. Напоминаю, это удивительный коллектив, это этническая группа «Аватар». И, ребят, скажите, пожалуйста, как давно вы вообще знакомы? Ну, смотря с кем. Смотря с кем. С Лизой мы знакомы. На самом деле, мы знакомы были как-то с Кириллом, я сразу узнал, да, то есть как музыкант. Мне с ним познакомил мой друг, тоже музыкант. Так. Это был Виталик Дубинин, такой хороший гитарист. Познакомились мы с Кириллом изначально по моей, как бы, профессиональной стезе, то есть по фотографии. То есть Кирилл так высказал свои мысли, свои идеи по поводу проекта. Мы начали над ним работать, то есть обдумывать. Вот. Но в последующем это вылилось в то, что мы... Здесь попробовали поиграть, играем. Поняли, что мы очень друг к другу подходим, вот, и, собственно говоря, начались концерты. Вот, с Лизой знакомы еще даже по велосипедному движению. Вот, велосипедное движение. Вот, как интересно, Лиза, сколько открывается тайн сегодня. А скажите, вот, чем вообще занимаетесь, вот, Лиза, по жизни? Я хочу понять, вот, откуда такой интерес вот к такой этнической, ну, африканской, тибетской, даже не знаю, какой, аборигенской культуре, даже не знаю, как еще назвать это. Музыка всегда звучала в моей жизни. С самого раннего детства у меня родители музыканты, мама скрипачка. Но при этом у тебя музыкального образования нет. А мама не настаивала. А скрипка тоже нет в твоей жизни, Боже, не присутствует? На одну скрипачки на двухкомнатную квартиру вполне достаточно. Хорошо, какое ты образование получила? А я по образованию педагог немецкого языка. Педагог немецкого языка, который так удивительно играет на варгане и поет такие удивительные мантры. Я не работаю по профессии. Мне просто очень хотелось учиться в Минском инъязе, потому что там был потрясающий совершенно уровень преподавания языков. Ну, на этом все и закончилось. Поучившись там, я поняла, что... А чем сегодня занимаешься, кроме музыки? А я делаю украшения. Делаешь украшения? Да, вот. Вот такие украшения. Я думаю, это один из способов замедлиться, Люда. Как ты считаешь? Я бы хотела, чтобы сегодня была возможность у наших зрителей увидеть такие вот чудесные украшения. Это собственноручно? Да. В рукопашную вот эти. В рукопашную, аплодисменты. Спасибо, Лиза, большое. Я уже поняла, Алексей фотограф. Да. Так, а Кирилл? Я музыка. Ты только музыка? Это музыка. Я путешествую много. Последние полгода я не путешествую, но вообще последние лет, может быть, 5, я объездил полмира, ни больше, ни меньше. Откуда ты привез этот удивительный инструмент, который я пока еще называю деревянная дудка? Диджериду. Диджериду. Будем учить меня. Аборигены его назвали едаки. Это, наверное, проще будет. Диджериду. Вот не знаю я. Я же не знаю, что проще. Ну, хорошо, я буду разучивать вместе с нашими зрителями сегодня. Воздушный змей, он переводится как. Воздушный змей. Да, это австралийский народ. Откуда ты привез воздушного змея? Вообще, вот этот инструмент, он с Алтая. Но культура инструмента из Австралии идет. Я путешествовал тоже автостопом, добрался до Алтая. Там у меня вообще удивительная история, как я попал в Алтай. Тоже история к не торопиться. У меня вся жизнь такая. В какой-то мере меня все вокруг напутствовали к тому, что надо торопиться, надо то сделать, ты должен сделать. Ты все время кому-то что-то должен. Я в какой-то момент, когда понял, что я могу поступить самостоятельно, я взял, сел автостоп, у меня не было ничего, я сел автостоп, не уехал на Алтай, другой конец света, просто чтобы как-то самому себе доказать, что я могу без чужого мнения, без чужого надо сделать что-то самостоятельно. Сколько лет тебе было? Около 20. Ты доказал? Ну, что я доказал, что... Я сам себе доказал, что возможно все. Я сам себе доказал, нашел, что есть часть у меня. Я как будто был недособран, вот эти все путешествия меня доформировали, фотоальбом этот. Сейчас вот играем музыку, планируем большие выступления. Вы знаете, вот вы очень колоритные, не только внешне. Действительно, вы как-то вот чувствуете и внутри тоже. Достаточно даже взглянуть на ваши музыкальные, например, инструменты. А как бы вот сами вы описали свой стиль? Все-таки мы говорим сейчас о музыке. Что это такое? Что вы исполняете? Что вы поете? Мы поем мантры. Мантры. Это, мне кажется, это определяет сам стиль. Это восхваление высших сил.
у кого-то это Иисус Христос, у кого-то еще как-то. Как ни назови, это ближе, мне кажется, к духовному какому-то аспекту. То есть стиль дают люди, дают ум, а мы играем сердцем. Спасибо, Кирилл. Мы продолжим разговор. Обязательно про вашу группу, но у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ксения. Хочу поговорки. Так, Ксения, вы хотите поучаствовать в нашем конкурсе. Давайте напомним для телезрителей, которые только что включили телевизор, что конкурс сегодня звучит так. Нужно назвать три пословицы, связанные с торопливостью. Да? Итак, слушаем ваши варианты. Шишь сильно смешишь, дальше едешь, дальше будешь. Так. Спех людям на смех. Чтоб не ошибиться, не надо торопиться. Нечего торопиться, прыть зайца не будешь. И того ловят. Вы уже выиграли. Девушка сидит и читает. Вы читаете из какого-то сборника, спасибо. Спасибо вам большое. Скажите, вам часто приходится торопиться, или вы, в принципе, медлительный человек? Как вы считаете? В принципе, я пытаюсь торопиться. Но потом понимаю, что ни к чему это хорошему, то есть мое внутреннее состояние от этого только страдает. Поэтому буду продолжать смотреть ваши передачи, может быть, услышу какую-нибудь еще музыку из этих чаш. Обязательно услышите, это мы вам обещаем, и не только из чаш. Но я напоминаю, что вы сегодня победители, выиграли вот такой вот замечательный журнал советов, я сказала бы, от нашего психолога Людмилы Тутыниной. Эти аплодисменты тоже для вас. Дорогие друзья, действительно, вот уже зрители просто мечтают услышать еще одно выступление, но для начала вопрос от Ольги в Вайбере. Где выступает ваш коллектив? Сейчас у нас два концерта на ближайшее время. 1-2 июня в Охотничьем домике. Так. Вместе с музыкантом Альгишти, это армянский дудук. Второе выступление у нас 8 июня в Cup of Peace. Фракталити Day, день фракталов. Приходите. Концертов очень много, есть в социальных сетях. Всегда можно как-то найти. Концертов много. Вот это самая, мне кажется, главная фраза. С какого города? С Гомеля, да? А? Концертов много везде. С Гомеля? С Гомеля. Угу. Мы же про Гомель сейчас говорим, да? Вы пока тоже анонсируете гомельские концерты? Я пока два гомельских концерта. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня говорим о том, как научиться жить не спеша. И у нас в гостях гомельские музыканты. Это этническая группа «Аватар». Кстати, мне кажется, вот самое время послушать музыку, которая помогает нам замедляться. Земля мое тело, вода моя кровь, воздух, дыхание, огонь мой дух. Земля мое тело, вода моя кровь, воздух, дыхание, огонь мой дух. Эфир мой разум, ты одна. Замедляться сегодня на Беларусь-4. Увидимся в этой студии после рекламы. Дорогие
дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Проклятие века – это спешка. И человек, стирая пот по жизни, мечется, как пешка, попав, затравлена в цейтнот. Я бы хотела здесь услышать тоже аплодисменты от наших зрителей. Дорогие друзья, вот кому из известных современных поэтов принадлежат эти удивительные строки? Звоните, пожалуйста, по телефону 34-22-43 и выигрывайте пригласительный билет на выставку «Венценосная семья. Путь любви», которая в данный момент, вот в эти дни, проходит во дворце Румянцевых и Паскевичей. Кстати, для всех информация, что эта выставка действует до 1 июля. Еще раз напоминаю вопрос, кому из известных современных поэтов принадлежат эти строки. На «Беларусь-4» мы продолжаем прямой эфир. Сегодня учимся расслабляться и жить не спеша. И напоминаю, что у нас в гостях этническая группа «Аватар». Ребят, вот теперь я знаю, что наши зрители вот просто в ожидании. Да, надо поговорить о чашах, потому что звук мы уже успели оценить. Алексей, ты мастер по поющим чашам. Ну, расскажи, потому что действительно мы не знаем, в чем их секрет. Секрет звучания поющих чаш заключается в том, что каждая чаша, она имеет свой такой неповторимый сплав металлов, да? Ага. То есть, как правило, это латунь, медь, да? Ну и добавление каких-то драгоценных металлов. Само собой, чем богаче сам состав, тем, конечно, интереснее звук. Какой самый богатый состав твоей чаши? Как вы, пожалуй, вот это вот. А вот что это чаша? Здесь, по заявлению продавца, действительно, есть и серебро, и золото с добавлением. А как звучит, покажи. Сейчас. Ну, чаша изначально заводится либо ударом, либо вращением. Вращение мы заводим за счет небольшого давления в центр чаши и само трение стиком. То есть для более больших чаш подходят, конечно, большие стики с такой вот, ну, из кожи зама, то есть вот с такой матерчатой, как бы, текстуры ткани. Она поет сама, Алёш. Да, да, да. То есть она в этом есть их интерес. Многие чаши, ну, в частности, вот мои, они играют не в одной, не в какой-то четко выстроенной ноте. Каждая чаша же звучит особенно. То есть от каждого мастера чаши звучат особенно. Вот. Собственно говоря, когда мы зажигаем весь комплект, то есть это, конечно, превращается вообще в нечто. То есть созвучие... И слушай, всех ты, это как просто... Ты как этим оркестром управляешь сегодня? Люда, вот тебе не кажется, что это сложно? Ты не хочешь попробовать, кстати? Хочу. Алёш, скажи, а ты вот разрешишь вообще пробовать, да, играть? Давайте поддержим Людмилу. Люда, это первый твой опыт будет с поющими чашами? Ну, скажем так, на перерыве я пробовала, но... Основой заключается то, что чашу мы должны установить на ровную ручку, то чтобы не глушить ее пальцами. Вот, начать вращение, то есть можно начать с небольшого приудара, чтобы изначально зацепить звук. Часто в силу своих увлечений велосипедом сравниваю это с равновесием, то есть нужно сильно его словить, и когда звук уже мы получили, да, то есть получилось его извлечь, в принципе, остается только уже управлять, то есть сделать его либо выше, либо немножко ниже. Ой, дорогие друзья, в нашей студии что-то происходит, даже я вот как бы уже чувствую, что, да, какая-то так меняется атмосфера, и так успокаиваемся. Люда, это делаешь ты вот сейчас вот с помощью чашек? Да, Людочка, все получилось. Эти аплодисменты для тебя. Как тебе ощущения, Люда, скажи? У тебя успокаивает вот такая вот... Вообще очень интересное ощущение, что как будто чаша продолжение тебя. Вот, как интересно, будто, замечаю. Как будто ты извлекаешь звуки изнутри. Это действительно так и есть. У каждого человека есть какая-то своя чаша, которая подойдет ему больше остальных. Так получилось и в моей жизни. В моей жизни была одна чаша. Вот. У моей подруги, у Оли, она пригласила меня домой. С чашами я был знаком до этого случая. Ты знал, что такое есть? Да, да, да. Да. Я был знаком, был, как бы катался по фестивалям, то есть мне этот инструмент был интересен, но просто вот как картинка, да, как, наверное, то есть, многим в руки сегодня. Пока не взял, не попробовал, да? Да, да, да. Вот, и буквально, то есть вот ее чашу, то есть я взял на руку, то есть начал ее раскручивать, извлек звук, и, в принципе, вот первое наше знакомство закончилось тем, что я ушел просто на 2 часа. То есть просто куда-то вот из комнаты, из квартиры, из этого мира. Леш, ты меня пугаешь. Нам Людмилу нельзя потерять до конца эфира. Да, мы ей долго поиграть не дали. Ну вот смотрите, ребят, согласись все-таки, Леша, ты, что белорусам вот нам, да, все-таки более привычен вот колокольный звон, чем вот музыка тибетских чаш, которые, кстати, стали приобретать в последнее время огромную популярность. И вот мне очень интересно твое мнение. Чем ты можешь объяснить вот интерес у европейцев сегодня к такому... Ну для меня это пока музыкальный инструмент. Вот, может быть, ты как-то по-другому ответишь. Тенденция вообще европейцев, да, завязана на том, что очень быстрая жизнь. То, о чем мы сегодня с вами так и говорим, да. То есть люди постоянно живут там, работа, дом, транспорт. Людей окружает очень много шума, очень много событий, которые порой накладывают и негативные, да, какие-то отпечатки. То есть они такие...
такие деструктивные, в том числе и звуки. Вот. Если говорить конкретно о чашах, то чаша — это такая гармония. То есть это то, что позволяет прийти даже к себе в квартиру, да, не выезжая куда-то на природу, на отдых, далеко, а найти вот эту гармонию, обрести ее вот конкретно в своем пространстве, в своем личном пространстве. Вот. По поводу европейцев, то есть, конечно, все тяготеют к Востоку. Восток — это всегда гармония, это всегда цивилизация такого духа. То есть если Европа — это ум, да, то есть сознание, технологии, то Восток — это всегда дух, духовность. Вот. Собственно говоря, поэтому, думаю, и... Скажи, пожалуйста, а вот для тебя, для того, чтобы создавать вот эти звуки, ведь ты не просто сегодня расслабляешься, да, ты делаешь музыку. Ведь это действительно настоящая музыка, вот то, что происходит сегодня. Так вот для этого количество чаш имеет значение? И вообще для человека, на самом деле, многие, который этим увлекается? Многие мастера, когда проходят уже такой, много чего попробуют, да, и в плане чаш, и других инструментов, приходят к тому, что действительно хватает вообще даже одной чаши. Вот просто в моем случае одной не хватило, потому что та, в которую я был влюблен, она так и осталась у моей подруги. И мне пришлось возместить, так сказать, вот эту потерю, в общем говоря, целым комплектом. Но комплект — это тоже такой вот живой механизм, который действительно рабочий, которым можно и себя выровнять, и действительно помочь своим родным, близким. То есть, в частности, там, маме, папе, друзьям, то есть все приходят, делаем так называемый наномассаж. Наномассаж, очень интересно. Да. Ну, я знаю, что ты про чашу можешь рассказывать часами, очень хочется все-таки еще раз услышать этот необычный инструмент. Давайте попросим Алексея. В данном случае здесь собран комплект, это 6 основных чаш. И есть дополнительные. То есть эта чаша заметно отличается от всех остальных. Да. Помимо того, что она красная, да, вот, она изготовлена машинным способом, да, то есть все эти чаши, они изготовлены вручную, то есть кованые. Это же такое более, как бы, производство машины идет, да, но, в принципе, такая чаша весьма проста в использовании для вот простого обывателя. То есть она идеально ровная и заводится достаточно быстро, при этом имеет достаточно громкий звук. Ну, то есть и так можно ее и разгонять, и разгонять. Вот. Серьезно? Да, я да. говорю, как наши колокола практически. Спасибо большое. Леш, вот эти аплодисменты. Да, спасибо большое для тебя. Дорогие друзья, вот мы продолжаем прямой эфир. Сегодня учимся не торопиться и жить не спеша. Я еще раз напомню вопрос нашего конкурса. Послушайте внимательно, кому из известных современных поэтов принадлежат эти строки. «Проклятье века — это спешка, и человек, стирая пот по жизни, мечется, как пешка, попав затравлено в цейтнот». Очень известный современный писатель. 34-22-43. Звоните, пожалуйста, и выигрывайте пригласительный билет на выставку «Венценосная семья. Путь любви», которая проходит в эти дни в музее Дворца Румянцевых и Паскевичей. Ну что ж, на чашах мы уже попробовали поиграть. И сегодня нам помогает, в принципе, расслабиться наши ребята. Это наши музыканты, этническая группа «Аватар». Вот Андрей, наш телезритель в Вайбере, спрашивает, как вам это удается? И пишет для начала, что вы необыкновенная, слушаешь вас и успокаиваешься. Как вам это удается? Вот такой вот общий вопрос. Удается, наверное, расслаблять вот так вот остальных? Изначально очень важно почувствовать своего оппонента. То есть когда это происходит, то, конечно же, этой гармонией, этим звучанием, которое образуется, исходя из каждого из нас, мы уже делимся с публикой. Ну, ваша публика на концертах, да, она такая, скажем так, своеобразная, скажем, не каждый придет на такой концерт. На концертах, кстати, удивительно, что публика любая. Приходят все? От детей до пожилых людей. Все категории людей на наших концертах. Это меня больше всего удивляет. Вот, Кирилл, знаешь, хочу задать тебе вопрос, как все-таки тебе удается быть таким спокойным, умиротворенным? Дорогие друзья, мне кажется, он один из самых счастливых в этой студии, да. И вот неужели, вот скажи, все это благодаря вот этой деревянной дудке, на которой ты так, да, умело играешь? Я не знаю. Мне кажется, здесь... Набор сопутствующих моментов как-то сработал. Не всегда я спокойный. Мне кажется, мне свойственно то, что свойственно всем остальным людям. Просто я не люблю торопиться. Когда я тороплюсь, у меня все, прошу прощения, падает из рук. Так. А я не люблю, когда у меня все падает из рук, поэтому я не тороплюсь.
Просто и ясно. Хорошо, вот этот вот звук диджериду. Да, я уже пытаюсь выучить вот до конца передачи, думаю, все у меня получится, да. Этот звук, он вообще не похож ни на что. И в чем его секрет? Расскажи, пожалуйста. Это обертон, на самом деле, подобных звуков. Давай покажем еще раз нашим зрителям. Очень много. Земля звучит, это обертон, звук земли. Кошки мурчат, это обертон. Это тоже вороны каркают, варган, горловое пение, храп. Все, в природе очень много этих звуков. Храп. Звук земли, действительно. У диджериду всего два звука. Так. Все остальное делается за счет мимики, языка, диафрагмы. Звук дрон. Слон. И все? Да, все остальное, вот, допустим, язык, дрон и язык. Дрон и мимика. Дрон и, допустим, диафрагма, так называемый битбокс в современном языке, да? Все просто. Но, дорогие друзья, вот что я вот хочу сказать. Вот нам только что прочитали такой маленький урок, дали, как играть на этом замечательном инструменте, который называется диджериду. Но я бы хотела уточнить. Где-то прочитала, что этот инструмент очень уникальный. Он чуть ли не поедается какими-то насекомыми изнутри и за счет этого приобретает вот такое особое звучание. Ну, когда мы открывали школу диджериду, мы делали диджериду из обычных водопроводных труб, так. Поэтому это все мистификация инструмента, что говорят, фикция некоторого рода. Звучит все, пылесос звучит, обычная труба звучит, все звучит. Весь вопрос в том, как ты звучишь, да, как ты, положение губ, что ли. Целебное свойство инструмента тоже удивительное, более чем удивительное. Идет перенасыщение кислородом, организм, ты непрерывно дышишь, циркулярное дыхание. Это то, как ты играешь на этом инструменте, это когда ты одновременно делаешь вдох в нос, так. В нижнюю часть живота, и выдох ртом. Одновременно, да. И когда так делаешь постоянно, мозг перенасыщается кислородом. Я хотела попросить Людмилу или Оксану попробовать, но не буду я рисковать своими экспертами. Да. Спасибо, Кирилл. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Хочу напомнить нашим зрителям. Да, здравствуйте. Хочу напомнить просто нашим зрителям, что у нас... Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Герасим. Здравствуйте, Герасим. Вы хотите, наверное, поучаствовать в нашем... задать вопрос вашим музыкантам. Так. И, если можно, представить стихотворение на вашу тему. А давайте для начала, Герасим, давайте, пожалуйста, для начала вы поучаствуйте в нашем конкурсе. Послушайте стихотворение, которое предлагаем сегодня мы, и попробуйте назвать его автора. «Проклятие века – это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав, затравлена в цейтнот». Как вы думаете, кому принадлежат эти стихи? Похоже на Высоцкого, на стиль Высоцкого. К сожалению, это не Высоцкий. А я хочу задать вопрос музыканта. Да, слушаем. И представьте себе творение. Друзья, давайте не будем по жизни спешить. Ни к чему нам эта спешка, господа. Зачем нам время жизни торопить? Забудем эту вредную привычку навсегда. Давайте медленно, красивым маем наслаждаться. Не нужна сегодня торопливость никому. Лучше тихо жить и старости дождаться, чем молодому улететь от скорости во тьму. Поверьте, гомельчане, все у вас тогда случится, когда вы группу «Аватар» послушаете у ног. А синдром спешки она поможет излечиться, потому что эта музыка – вселенская любовь. Спасибо, Герасим. Ой, замечательно. Спасибо большое. Ну что же, дорогие друзья, 34-22-43. Звоните, пожалуйста, отвечайте на вопрос конкурса. Мы продолжаем разговор. Мне очень понравилось это слово. Оксана, диджериду. Можешь повторить? Диджериду. Диджериду, да. Ну, я не прошу попробовать сыграть на этом, да, но в любом случае, я вот, Кирилл, знаешь, о чем хочу спросить? Вот смотри, вот для меня, например, для многих наших зрителей этот музыкальный инструмент, он ассоциируется с белорусской дудкой, да? И вот мне что интересно, а почему именно, ну, скажем, такое направление вот ты выбрал, ведь это, ну, почему, пробовали это что-нибудь наше, белорусское когда-нибудь, какой-нибудь музыкальный инструмент? Я, первый мой инструмент, на котором начал учиться играть, это балалайка. Подожди, я не знал. Серьезно? Балалайка, серьезно. Я играл на балалайке, закончил музыкальную школу Чайковского. Диджериду,
Ну, вот Лиза уже про это сегодня говорила, что мы вот нам нравится какая-то композиция, и бегут мурашки. Почему не бегут? Мы можем, какое-то наше внутреннее образование, самообразование может поменять вкус. Больше сказать о том, почему мы любим эту композицию, ну, я точно не могу. Просто я услышал его однажды вживую, и я понял, что вот это вот мое. Когда я играю на диджериду, я понимаю, что вот это вот я. А балалайка, ты понимаешь? Балалайка с удовольствием. Обожаю этот инструмент. Любишь балалайку? Один из моих любимейших инструментов. Вот у меня тройка балалайка, диджерида, дудук. Вообще, дорогие друзья, это удивительный коллектив, потому что, если вы заметили, на фотографиях мы просто не в полном составе, он сегодня у нас в гостях, да, но на самом деле я знаю, что у вас есть и скрипачка даже. Ой, в коллективе. Наша Дашенька, наша радость, гордость наша, правда? Она незрима с нами. Да, она незрима с нами. Даша, вам привет, да. Если вы ее не видите, это ваша проблема. Ну, в принципе, да, вот я же говорю, Кирилл разошелся немножечко, да. Ну что ж, дорогие друзья, вот мне хочется задать ребятам вопрос, а что кроме музыки помогает? Помогает вам вообще замедляться, отключаться? Я так понимаю, что Лиза делает украшения, да? Я это медитирую за работой. Увлечение. Да, потому что я вышиваю бисером, это очень монотонная работа. Хочешь, не хочешь, спешить, ну, не получается. Не получается. Леша? В моем случае это, конечно же, чай. Чай. Ну что ж, дорогие друзья, вот сейчас самое время, что называется, понять, что же такое чай. Скорость современной жизни, все-таки согласитесь, ежедневные нагрузки, они приводят к социальному стрессу. Сегодня об этом говорила наш психолог Людмила Тутынина. Спешка делает нас нервозными, какими-то раздражительными. Ну, а вот остановиться, успокоиться помогает чай. Я думаю, здесь никто не поспорит. Но прежде чем заварить этот ароматный напиток, нужно знать некоторые тонкости. Так вот, об этих тонкостях нам прямо сейчас и расскажет Алексей. Слушаем внимательно. Тебе нужен кто-нибудь, собеседник какой-нибудь для да, этого? Да, конечно, чай – это прежде всего компания, это общение, поэтому Леша, да, мы приглашаем. Я буду в твоей компании. Поддержим, да, наших ребят. Основой традиционного чаепития, пинча, так называемого, да, то есть является чабань, то есть это чайный столик. В данном случае изготовлен нашим мастером гомельским, Игорем Беляцким. То есть мы с ним тоже вот так долго к нему шли, порядка, наверное, месяцев 5-6. Вот, без столика сделали. Никак, да? Да, без столика, к сожалению. Ну, как бы есть альтернативы, но стол – это такой вот прям основа, так. Основа чаепития. Вот, собственно говоря, также сегодня у нас еще будет это гайвань, то есть там, где мы будем заваривать сам чай. То есть сейчас мы прогреваем посуду, прогреваем гайвань. Это чахе. То есть это то, откуда мы знакомимся с чаем. Да? То есть мы можем посмотреть визуально, посмотреть, да, какое он качество. Вот. Ну и также можем уже оценить его аромат. То есть как это правильно сделать? То есть нужно немного продышать сам чай, то есть разогреть его своим дыханием и уже на выдохе воспринять его аромат. А у Людмилы получится это вообще? Конечно, Наташа, конечно. Почему нет? Интересно. Верьте в меня, все получится. В данном случае у меня мой самый любимый чай. Это Юэ Гуанбай, либо... Это белый. Да, белый лунный свет. Это белый чай. Ему свойственны такие медовые нотки. Наташа, и что-то очень схожее с нашим, с таким родным, полевым. Леша, знаешь, я просто раскрою тебе секрет. У нас Людмила очень любит чаи всякие там забайкальские, наши белорусские, алтайские, да. Но ты чувствуешь уже сейчас разницу по аромату, Люд? Сейчас его немножечко очень разогреем. Очень вкусный запах. Угу. Леш, скажи, пожалуйста, это какой-то должен быть особый рецепт или достаточно вот способа приготовления такого с хорошей компанией для того, чтобы расслабиться вечером? Ну, во-первых, основа. Основа чаепития китайского – это то, что мы чай не завариваем, да, то есть мы его проливаем. То есть это, в принципе, дает достаточно много времени насладиться и беседой, и посмотреть, как меняется сам чай в процессе чаепития. То есть сейчас мы попробовали на аромат. Вот в таком виде, как он есть, да, то сейчас мы его немножечко прогрели, уже можно познакомиться с прогретым ароматом чая. Вкусно. Это уже чай готов, что ли? Нет, сейчас мы его только подготовили к тому, чтобы его омыть. То есть сейчас так происходит так называемая первая заварка, но на самом деле здесь очень важно не дать чаю завариться. То есть мы заливаем. И моментально сразу сливаем чай. Леш, так это китайская церемония? Да. Боже мой. Коренным образом отличается от нашей. Китайцы, видимо, знают толк в том, чтобы не спешить. Ну,
конечно, столько же движений пока сделаешь, тут не то, что успокоишься, да, тут уже и чая не захочешь, как мне кажется. Пока вот Леша там занимается волшебством, я бы хотела поговорить с нашими телезрителями. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут, скажите? Меня зовут Наталья. Наталья, вот мы конкурс устраиваем, так как говорим сегодня на тему «Не спеши», то и стихи у нас соответствующие, и очень хочется узнать, кто же их написал. Может быть, у вас будет вариант ответа. Позвольте, я еще раз прочитаю это стихотворение. «Проклятие века — это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот». Кто автор этих стихов? Ваш вариант. Это Евгения Евтушенко. Евгения Евтушенко, все правильно. Эти стихотворения, эти строки стихотворения современного поэта Евгения Евтушенко. Наталья, вы выиграли пригласительный билет на выставку «Венценосная семья. Путь любви», которая проходит во дворце Румянцевых и Паскевичей. Позвольте, пожалуйста, вопрос. Вы по жизни часто спешите, торопитесь, опаздываете? Ну, опаздывает, наверное, каждый из нас, но стараешься не спешить, нельзя, не зря говорят, что скорый поспех людям насмех. Правильно. Поэтому надо спешить медленно. Спешить медленно. Спасибо большое. Ну что ж, присоединяйтесь к нашей компании. Сегодня, вы видите, мы не торопимся и тоже делаем это медленно. Пытаемся научиться. Алексей, Людмила, что там получается у вас? Наташа, алхимический такой процесс. Дорогие друзья, пока идет реклама, я думаю, что вы можете повторять за нами, отправиться на кухню, заварить себе чашечку тоже ароматного чая. Ну а мы вернемся в эту студию сразу после рекламы. Дорогие друзья, на Беларусь 4 продолжается прямой эфир. Сегодня мы учимся не спешить, скажем так, жить не спеша. 34-22-43, телефон прямого эфира. У вас еще есть время позвонить, поделиться своими секретами, скажем так, неторопливой жизни. Ну и, конечно же, поучаствовать в нашем конкурсе. Назовите, пожалуйста, народного поэта Беларуси, автора сборников «Желейка» и «Гусляр». Сегодня мы говорим про необычные музыкальные инструменты. И хотелось бы, конечно же, заострить внимание на таких инструментах, как «Желейка» и «Гусляр». Итак, 34-22-43, звоните, выигрываете пригласительный билет на выставку «Венценосная семья». Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях музыканты, это группа «Аватар», и вот мы уже тут вовсю пьем чай, да, мы слушаем интересную музыку, общаемся и, в принципе, пытаемся как-то успокоиться. Есть сообщение в нашем вайбере от наших телезрителей. Виктория спрашивает: работа, учеба, звонки, спортзал, английский, китайский, свидания, расставания, магазины, сериалы, и все это в течение дня. Разве можно от этого отказаться? Люд, мне кажется, очень интересный вопрос. Что мы говорим о том, как, зачем спешить и как, от этого, как отказаться, спрашивает Виктория. Как же не спешить на все эти свидания, расставания? Наташ, если человек имеет свой собственный жизненный сценарий, продуманный сценарий, да, то есть, ну, скажем так, парадигму, да, то есть вот свой собственный путь, он тогда изначально принимает решение, куда я иду, с кем я хочу общаться. То есть он не реагирует на вызовы извне, а он сам формирует свою действительность. Вот мы сегодня задавали Кириллу вопрос, да, Кирилл, как, да, вот, и он рассказывал, я оставил всех, кто пытался меня подстроить под себя и выбрал свой собственный путь. Да, он не формат, правда? Он выглядит как-то по-особому, он проживает свою собственную жизнь каким-то удивительным образом, да? Но это свой собственный сценарий. Конечно, он несет за него ответственность, правда? Вот. И та девушка, которая сказала, разве можно от всего этого отказаться? То есть она подходит, да? И как на витрине, да, там тысячу соблазнов, одно, второе, третье, и она все это вбирает. Но можно сказать, что это не совсем она. Да? Это мне не совсем она. Интересно мнение Оксаны. Да, вот на самом деле, ведь если она делает выбор осознанный и решает заниматься одним, вторым, третьим, четвертым, получает этого удовольствия и развития, то, которого ей хочется, то зачем делать выбор, выбирать это или не выбирать? Но самое главное в этой ситуации, можно себя пригрузить различными видами деятельности, но не забывать об отдыхе. Потому что можно любить заниматься и английским, и китайским, и немецким одновременно, но наступит момент, когда надо просто остановиться вовремя. Потому что
произойдет перенасыщение мозга и психики, и физические твои какие-то возможности будут на пределе. Оксана, ну вот мне тогда интересно, что помогает тебе вот успокоиться и жить не спеша. Вот что ты делаешь, когда понимаешь, что у тебя наступил такой момент, что ты переработала, перебегала, и надо остановиться? Да, я расскажу. Я вот к моему нынешнему возрасту, я все про возраст, но потому что действительно я уже многое понимаю. Я стала чувствовать некоторые моменты, когда... ко мне в мозг перестает заходить информация какая-то. Мы сейчас просто хочу обратить внимание, видим фотографии Оксаны. Вот, дорогие друзья, да. Обратите внимание, да? Да, и в этот момент я понимаю, что мне надо просто переключиться. То есть мой способ отдохнуть – это переключиться. Переключиться можно двумя способами. Вот в моем случае действуют два способа. Это либо сменить место твоего нахождения, то есть из Гомеля куда-то уехать, вырвать себя из этого ритма, как я называю. Кирилл, вот, да. Что-то типа этого, да? Да, да. Вырвать себя из этого ритма и заставить мозг просто решать другие проблемы, говорить с другими людьми, думать о других каких-то вещах, которые здесь в Гомеле тебе даже в голову не приходило. Ну, например, вот посидеть на скале, да, вот как у тебя фотографии. Мой способ, который я открыла замечательный, это просто уехать в горы. Там нету интернета, там нету удобств, там нету электричества. Там у тебя нету твоей любимой кровати, ты просто начинаешь решать обычные проблемы человека. Помогает скорость поменяется? Скорость сразу же преломляется, скорость твоей жизни переходит немножко в другое русло. И второй есть способ, я тоже про него хочу рассказать, когда нет возможности уехать. Вот я и хочу спросить, когда нет такой возможности? Да, тогда у меня есть свой секретик такой. У меня всегда есть пазл на 1000, на 2000 маленьких-маленьких запчастей. Лиза? Он всегда лежит у меня в полуразобранном состоянии. Пазлы? Да, да, да. И когда я понимаю, что мне надо просто мозг перезапустить, приостановить, я подхожу к пазлу, и на час я ухожу. Вот на час я занимаюсь поиском фрагментов. И в этот момент мысли, которые меня одолевали, они уходят на задний план, потому что передо мной стоит совершенно другая задача. Спасибо большое, Оксана. Но я знаю, что это еще не все твои секреты. Сразу после телефонного звонка мы будем ждать еще один секрет, как ты обычно успокаиваешься. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Ирина. Ирина, скажите, пожалуйста, можете ли вы назвать народного поэта Беларуси, автора сборников «Желейка и гусляр»? Вот такой у нас конкурс сегодня. Я думаю, что это Янка Купала. Вы правильно думаете, эти аплодисменты для вас. И пригласительный билет на выставку «Венценосная семья. Путь любви» в музее Дворца Румянцевых и Паскевичей также достается вам. И, конечно же, мы ждем ваш секрет для наших зрителей. Как жить не спеша? Что вы посоветуете? Как жить не спеша? Да. Делать то, что ты любишь. А, то есть не делать то, что ты не любишь. Любишь то, что ты любишь, а жить не спеша. Я думаю, что для того, чтобы жить не спеша, нужно делать то, что ты любишь. Спасибо большое. Очень интересный ответ. Эти аплодисменты для вас. Спасибо. Оксана, я знаю, что когда приходят выходные дни, у нас у всех появляется такая, знаете, возможность пожить не спеша. Я знаю, что у тебя есть для этого прекрасный рецепт. Расскажи нам. Да, у меня есть традиция такая, что когда утром мы просыпаемся в субботу, мы идем дружно на кухню и готовим блинчики, тонкие блинчики, да. И вроде как с расслаблением это никак не связано, но это связано с такой мыслью, что это выходной, что пора бы расслабиться, пора бы просто заняться семейными делами и провести время, такого утреннее время в кругу семьи. Вот. И я могу рассказать рецепт, которым я пользуюсь, который мне подарила мама. И я думаю, что примерно так же эти блинчики делают 50% всех женщин. Нужно взять 0,5 литра молока, размешать молоко с 3 яйцами. Можно 2 яйца взять, можно 1, в зависимости от того, как кто любит. Взять 200 грамм муки, все равномерно это все замешать, добавить, маленький секрет есть, добавить 1 ложку растительного масла прямо в тесто. Тогда не придется смазывать сковородку. Вот это то, что мне нравится в этом рецепте, то, что я наливаю потом тесто на сковородку, на раскаленную сковородку,
сверху разливаю это все равномерно по сковороде, и блинчик поднимается и ровненько переворачивается. Нет, Александр, здесь самое главное это. Я медленно разливаю его по сковороде. Я делаю их много и медленно. А потом, потом готовый блинчик смазываю сливочным маслом, и вот когда стопочка это растет, вот это истинное расслабление субботнего утра. И я заметила, что если, например, у меня не получается в силу планов, каких-то мероприятий, выездов, осуществить выпечку блинов, скажем так, утром в субботу, то мои выходные, они нарушаются, вот этот ритм отдыха и расслабления, он не наступает. Все выходные без блинов у меня всегда в гонке. Спасибо, Оксана. Дорогие друзья, вот обратите внимание, сколько полезных сегодня советов конкретных вот прозвучали в нашей программе. Если вы куда-то торопитесь и понимаете, что вам вот самое время пришло остановиться и что-то чуть-чуть изменить, что называется, перезагрузиться, Кирилл предлагает отправиться в путешествие. Оксана предлагает отправиться в горы. Если такой возможности нет, можно просто заварить дома чай. Главное, в хорошей компании. Да, и сделать блинчики в конце концов. А вот что интересно пожелает нашим телезрителям наш психолог Людмила? Как? Вот последний такой совет, потому что передача подходит к концу. Люда, вот как все-таки остановиться? Я скажу рецепт, как замедлить жизнь для женщин. Вот я по себе заметила, если я спешу, я одеваю брюки. Если я в юбке, я замедляю движение. Даже я аплодирую. Поэтому, милые женщины, если вы хотите проживать свою собственную жизнь, а не мужскую жизнь, ходите в юбках, особенно в длинных. Каблуки. Чем выше каблук? Нет, про каблуки не скажу. Юбки. Здесь именно юбки. Дорогие друзья, ну если вы заметили, жизнь в целом лучше, да, вот если по ней идти медленнее и, конечно же, ценить каждое мгновение, так что замедляйтесь, перезагружайтесь. Кстати, завтра Всемирный день черепахи. Так что, я думаю, самое время попробовать. По крайней мере, мы уже сегодня начали жить не спеша, и поверьте, это было очень-очень здорово. Вот прямо сейчас группа «Аватар» поможет и вам в этом. Дорогие друзья, это была программа «Добрый вечер. Гомель» с Натальей Волынец. До новых встреч в прямом эфире. «Аватар» на Беларусь 4. Такая-такая.